О жизни и творчестве известного поэта, композитора Бержансала говорили за круглым столом молодежь и общественники в областной библиотеке имени Сабита Муканова. Литературно-музыкальный вечер организовали к 190-летию мастера Айтыса. Этот композитор вдохновил многих певцов и поэтов на путь искусства, в том числе таких людей, как Шоже, Орынбай, Жаяу Муса, Балуан Шолак, Акан Сере, которые выросли под влиянием Бержансала. Знаменитый Сегиз Сиры считался его наставником. Он был образцом для подражания. Бержансал получил образование и пошел по его пути. Многие факты о жизни Бержансала, о месте его рождения были искажены и неверно истолкованы. Лишь недавно выяснилось, что он родился в Жамбылском районе нашей области. Личность и творчество Бержана занимает особое место в нашем регионе. Мы гордимся всеми поэтами. Если смотреть, то песни, которые чаще всего исполняют на казахской земле, это песни Бержансала. На вечере прозвучали мелодичные песни композитора. Для гостей организовали выставку. Дмитрий Тимофеев, Александр Янцин, МТРК.